Добрый день, друзья. С вами Михаил Истомин. И от имени Friendship Bridge Association я бы хотел представить вам замечательного тренера команды, которая вот-вот отправится в Россию буквально через два дня, будучи первой ласточкой нашего проекта Peace Bridge, Юрий Кривохижа. В прошлом игрок национальной сборной Советского Союза, также молодежной сборной Советского Союза. И национальной сборной Белоруссии. Наградный участник чемпионата мира и Европы. На данный момент являюсь тренером S-Mark Stars, 16-18-летний возраст. Замечательно. Юра, команда показала себя замечательно в прошлом сезоне. У вас был хороший результат. Что бы ты мог сказать о уровне ребят сейчас? В прошлом году, уже по два года подряд, мы выходим в National Championship, от нашего региона. Значит, 16-летние ребята выиграли позапрошлом году свой регион и вышли в финал чемпионата Америки. В прошлом году 18-летние выиграли чемпионат регионов и вышли в национальный чемпионат первенства национальных американских ассоциаций. Этот турнир поможет нам обрести необычный опыт для игроков и для тренеров, чтобы продолжать дальше наше участие в чемпионате Америки на следующий год. Мы будем участвовать в очень хорошем турнире, хорошего уровня, потому что с командами, с которыми мы играем, одна из этих команд – это чемпионы России прошлого года. Также будем играть с командой, которая бывшая команда Евгения Малкина, Металлург Магнитогорск, молодежная команда. Ну, значит, будет очень турнир такого высокого уровня, поэтому серьезная борьба будет, и мы поедем туда не только участвовать, мы будем стараться выигрывать. Безусловно, будем ждать вас назад с победой. Mm-hmm. То есть Peace Bridge, то есть мы строим наш мост дружбы на уровне спорта, на уровне молодых людей, чтобы, так сказать, немножко, насколько мы можем сгладить отношения между странами, между нашими двумя великими странами. И поскольку ваша команда, она является первой ласточкой, как я заметил, конечно, на вас лежит большая ответственность в этом. То есть ребята понимают уровень? Я думаю, что, конечно, понимают, и многие очень волнуются. Ребята, в принципе, не волнуются. В основном родители, которые едут с ними. Потому что для них это все новое. Скажем, это новая система игры, это большие площадки. Это, опять же, будем играть с лучшими командами России. Да. И мы, как наша американская хоккейная команда из Питтсбурга, S-Mark Stars, благодарит Международную ассоциацию «Мост дружбы» за возможность принять участие в данном хоккейном турнире. Это большая честь для американской стороны. Очень рады, что именно нашей команде выпала честь участвовать в этом спортивном событии. Поэтому наше участие было бы невозможно без помощи компании ТАИФ, Министерства спорта Республики Татарстан и хоккейного клуба «Нефтехимик». Выражаем им большую благодарность за это. Надеемся, что этот турнир станет знаковым событием в жизни двух наших стран и будет проводиться на регулярной основе. Планы большие, планы вперед. Все начинается с хоккея, дальше будет бокс, дальше будет гимнастика. Такая годовая борьба. Олимпиада, борьба, да. Безусловно. Так что, Россия, ждите нас в гости. Спасибо.